в этот раз маг побежали в конец. Так, сейчас я передаю тебе эти. А как? Что, я не могу передать? Ну, ладно. Короче, строй при спуске огонь, ветер, огонь. Так, давай я тебе передам просто. Итак. О, черт. Сейчас время. Короче, блинк назад. Хотел вперед телепортироваться, получилось не очень. А, мы уже добежали, да? Сейчас эта херня выскочит, я сразу тебе передам. Угу, так. Так, сначала, короче, построим. Огонь. Так. Блять. А, 149. Все, передал. Ой, так, что там? А, вот, подготовка, 10 секунд. Не молнии. Или здесь молния была? Да, здесь молния. Так, смотрим. Это херня. Херня. Такое СОЕ, конечно, все понятно. Первая волна какая-то жопа, конечно. Угу. Так, ну мы ее походу... Да, есть, прошли нормально. Все, никто, сразу передаю. Никто не пробежал. Угу. Вот вода, яд. Есть. А, я еще и выбиваю, когда этот... Ага. По чуть-чуть. 14 секунд подготовка. Там у тебя на 5 башен, по идее, сейчас должно было быть. Я сразу здесь буду их ждать. Так, чекаем. Второй уровень, что написано. Уровень, что написано. Второй уровень. Так. А, походу они помирают. Походу работает, слышишь? Так, сразу передаю. 250. Так, что там было еще? Еще пятерочка. Молния, вот надо молнию было открыть. Не дал. Я Блин, ну сейчас вторая волна вообще идеально пошла. А, блядь, я еще зелье крови забыл, блядь. Огонь, ветер. Так, тут надо лед, куда яд. А, так, а тут я... Ага, тут устроено.
Слушай, короче, походу, прям вообще, я смотрю, тащит все это Да. дело. Здраво гном. Ну, да. Мы такое там по чуть-чуть. Так, гибрид, надо же эту херню все Мы достраивать. просто уже тестим всю ЕВ. Надо построить. Конь. Не. Смотрите, что там было-то еще? Молния. О, вот эти плотные пиздец бывало уже. Вообще еле бью их. Так, что там, лед? Вода. Яд. Мне не хватает. Когда ползают. ГЛХФ. Хорош, хорош. Этом, Так, опять блять, передаю. поселение, земля. Сколько у меня там? 252. Блять. 252. Передал. Ага. Пойду второй уровень. Ой. Там на улучшение по 120 надо есть еще. Я думаю, сначала обычный построить, потом улучшение. Ага. Обычно в Tower Defense это так работает. Так, тупо дамаг, надо контроль. Молния. Так, ну, хрен с ним. Знаете, как их много. Ага, вот эта волна уже проседает. Так, передаю. Ага. 251. Передал. Блять, я агат не взял, сука. Да. Хоть что-нибудь пишешь? Там усиление, бла-бла. Кисагатом провтыкал хз. Ой, это что не хватает? Они. Блять. Эти, я смотрю, там вообще не проходят, да? Ну как, проходит, почему? Ну, они медленные какие-то. Это жирные. Работает. Так, 252, 252,
Куда меня откинуло? Алло. Если я присяду, реген будет получше. Это... Ой, вот эти быстрые такие, пиздец. Боже, я еле бью их. Они их заметил. А, не, канает. Ну как-то все равно они. Может то, что слишком большая скорость у них. Бля, ну мы их прошли. Кайф. Так, опять скидываю. 201. Передал. Так, лед, вода, яд. Медведи. Потом земля. Тот трехсекундный примерно. Отлично. Передал. Ну, судя по всему, скоро просто придется усиливать все. Так, это центр. А ты уже среднюю уже заполнил? Последний этаж, да, остался. Так, огонь. Вот волки очень медленные. Но жирный пиздец. Тогда нужен стан. Не. Бафчик там. А, вот. Контроль заходит, кстати, слип на них. Да уж, эти волки пиздец какой-то, блядь.
Защита от проклятий у них. Полную защиту так башен. Количество здоровья увеличено. А, то есть мы их сами типа убиваем. У них каким-то башням, значит, резист. Каким, непонятно. Так. Так, меня интересует. Здесь... Все, я понял, куда башню усиления тыкать. Ее можно только в один слот вешать. Только в один слот усиления. Вот, ну, вот с волками нужно что-то решать. Угу. Так. Вода. По-моему, вода. Так, комплектуется. Так, должна быть вода. Же я босса вообще не пробиваю. Ни хрена. Лед не так должно быть. Он имеет полную защиту от проклятий. Короче, у меня на самом деле не все комплекты работают тут, которые я построил. Здесь должна быть... Так, в общем, вот здесь землю. Земля или молния, обязательно вот в эти слоты больше никак. Селение вот в эти слоты только. Здесь получается ветер, огонь, огонь. Здесь должна быть... На него не вешается замедло, как я вижу. А как же три? Станы вот канают. Здесь вода, здесь лед. Мои станы точно канают. Здесь можно яд. А что так долго, блядь, висела эта херня? Ну, в прошлый раз мы быстрее его убили. Да. Не, ну он так. Сдох, это тоже хорошо. Да, сейчас передаю. Так, значит, строим правильный комплект. Воздух. Сейчас будут свинюшки. Конь. Не. Конь. Зрение. Свиньи, я смотрю, вообще никак, да, не приходит. А, они еще просто не дошли. Не дошли еще просто. Я все время кнопку путаю. Так, на двойку. Наоборот, они пиздец как проходят здесь, смотри. Ну там уже все внизу заставлено, да? Почти. Сейчас надо будет усиливать все. Ну нормально, видишь, не прошли. О, 350 дало уже. Так, передаю.
А теперь конкретно вода. Угол. Здесь вот под вопросом, конечно, такие. Да. Яд. Да. Яда. И... Сука, теряющие падлы. Вообще по КД просто эфири. Усиление. Все, комплект готов. Теперь усиливать только. А у меня типа вот эти хрени не вызваны еще. А второй. Как он еще? А, вот. Он перевызвался. Вот зараза. Или... Ну да, разница, конечно, Оракула и Целителя вообще колоссальная. По хилу. Ты свежного посмотрел? В себя хиляю 21 тысячу. В человека 10-300. Это масса. Точечным 8-500. Жесть. ХП то же самое, статы те же, ну, короче, все, ладно. Не, ну орка типа есть трансфер пей на фулпате, заебись, ну. Ну, парочка прошла. Теперь надо усиливать. А, ну и усиливать я могу, в принципе, да? Что там сверху начинать? Красных. Там, где красные. Красные. Красный не, нельзя. А, только я, значит, усилить могу, да? Походу, да. Передаю. Они еще, короче, 20 секунд улучшаются. Ё-моё. Это что? А пока улучшается, еще и не работает. Классно. Так, ставим. Ага. Пробежала прилично уже. Ставим, что дает вот это. Передаю. Ставим все. Блять, куда меня откинуло? Все, этих мобов я вообще уже не пробиваю, блять. Ну такое, чисто по чуть-чуть. А, защита от атак игроков. Еще не один моб, наверное. А, у меня падает. Парочку.
А, у меня еще урона нет по ним. Угу. Да, вообще нет. Вообще ноль урона. Все, гейм овер. Какие ты ставил башни? М? Это ты какие башни ставил?